Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Как бы вы оценили события, когда 400 тысяч человек, почти полмиллиона, уходят из этой жизни? Да, вот сколько катастроф, событий, каких товарей а, происходит в этом мире. Но даже гибель а, 5-10 человек вызывает, ну, как бы сочувствие, сопереживание, боль а гибель 400 тысяч людей. Вот как это можно оценить? Вот сейчас идут ну, как бы специальные, специальные операционные действия. И разные сведения, что в них там с обеих сторон ну, достаточное количество людей ушло из этого мира. Но да, это, это представляете, это события, это взрывы, это, это трагедия, разрушение, там, а тут просто тихо, мирно, 400 тысяч человек было, и их нету. И даже некоторые этому радуются. Вот к чему я, друзья мои. Статистика, статистика всего лишь. Итак, драгоценные мои друзья, число пенсионеров в Российской Федерации сократилось на 400 тысяч человек. Как-то оно сократилось, да? Число пенсионеров сократилось. Отрицательно, так сказать, это... Отрицательно вышли на пенсию. 400 тысяч человек. Куда они девались? Они переехали в другую страну, они улетели на Луну. Куда это? Они сократились. Да, уволились с работы, ушли. Нет, друзья, они, они ушли, как говорится, они, они умерли. 400 тысяч умерли. Это при том, даже это, неправильно говорю вообще все, не 400 тысяч умерли, а умерло гораздо больше. Число пенсионеров сократилось, то есть за это за это время, значит, вот давайте, друзья мои, эти новости такие бравурные, как будто отчет, да, что выполнено, да, там дали пятилетку в три года, выполнили план по утилизации пенсионеров. Число российских пенсионеров за последние полгода полгода снизилось на 404 200 человек. На 1 июля их численность в стране составила 41,38 миллиона человек. Представляете, друзья мои? Они свистят, что у нас в Россиюшке вообще там ну, где-то 140 миллионов, что, что крайне вызывает большие сомнения, даже с учетом приезжих. А тут, значит, и 41 миллион из них пенсионеров. Что стало самым минимальным показателем за весь период действия пенсионной реформы. То есть они как бы отчитываются, что пенсионная форма идет удачно, количество пенсионеров ударными способами сокращается. Это данные Социального фонда Российской Федерации, не просто какие-то выдумки. По состоянию на 1 января 2023 года пенсионеров было 41,78 миллиона, а на 1 июля уже 41,38. Это минимальный показатель за все действие пенсионной реформы они отчитываются минимум 400 тысяч. Это при том, что это значит больше миллиона, друзья мои. Какие-то люди за это время выходили на пенсию. Они выходили, а остальные куда-то убывали. Куда они убывали? В санатории, профилактории они убывали? Нет, друзья мои, они в гробах. Они в гробах, они ушли туда. Благодаря пенсионной реформе. То есть вот эти люди, как можно назвать людей, которые вот сделали эту пенсионную, пенсионную реформу? Как, какая там, какие события, любая войнушка, да? А вот просто, тихо-напросто, миллион в гроб положили. Легко и свободно. С помощью пенсионной реформы, ну, конечно, сопутствующих. Здравоохранение, еще что-то. Да, эксперты заявили, что одной из причин произошедшего является переходный период реформы. Это еще только начало. Эксперты, ох, разбираются. И у них планы, да, там, еще, еще миллион, еще миллион, еще миллион, чтобы пенсионеров стало меньше. Ну, куда же, да, куда же? Мы их отправляем в счастливое путешествие, в гробах. Еще одной причиной снижения числа пенсионеров в стране эксперты назвали пандемию этого 19-го, этого ковида и ее последствия. Ах, беда, беда. Ах, беда бедовая. В общем-то, какие молодцы. Какие молодцы. Как они вот прямо отчитываются, друзья мои. Такое впечатление, что вот в этих пенсионных фондах ну, сидят прямо, ну, живодеры, не живодеры, ну, они прямо радуются. Как вот отчитываются прямо с удовольствием. Еще полгода, за полгода мы упаковали там, ну, прибыль-убыль, да, там, миллион. Еще следующая пуговица, еще миллион, еще миллион, еще миллион. Вот мы так пойдем, и у нас пенсионеров вообще не остается. Прямо как будто лицензия, как будто охота на пенсионеров. Да, вот у меня создалось вот по этим сухим числам статистики и по мнению вот этих вот якобы экспертов, ну, которых вот после этих слов хочется, друзья мои, я не знаю, живьем в кипятке, наверное, сварить. Потому что чего заслуживают люди, которые... Уничтожили различными методами, может быть, не это вот, больше миллиона пожилых э, людей, которые хотят пожить еще. Да, там жизнь их не закончена. Они заслужили, они заработали эту пенсию, они не украли ее, они ее заработали. Почему же вы так пытаетесь украсть? Вот эти, наоборот, пенсионный фонд пытается обобрать. Таким образом, все помер, деньги наши были ваши, стали наши. Чем раньше помремте, тем больше у нас денег. И мы отчитаемся, браво отчитаемся старикам, еще этим тоже такого, из правительства, что какие мы молодцы. Мы работаем и днем, и ночью, и днем, и ночью покоим пенсионеров в гробы. Дикость, друзья мои, дикость этого злобного, отвратительного мира. Ну и этих людей, которые почему-то случайно оказались во власти. Чего они заслуживают, как вы думаете? у меня есть предположение да вот есть предположение чего они заслуживают но рискую показаться вам слишком жестоким все пока драгоценные пока счастливы